Дисклеймер в переводе с английского – это снятие из себя ответственности. Это не дисклеймер, это объяснение. Я лично глубоко осуждаю сожжение Корана в центре Стокгольма, считаю этот поступок неприличным и безумным, поистине скотским. Так же, как когда оскверняются любые святыни любой веры. Так же, как когда бывают некоторые не очень разумные люди, которые говорят, что они исповедуют ислам, а сами делают некрасиво по отношению к святыням христианства, и наоборот, когда делают христиане по отношению к исламу, потому что это религии, между прочим, связанные между собой. И Иисус Христос, чей лик вы можете лицезреть на старообрядческом храме, здесь на Белорусской площади, Белая площадь, есть в Коране пророк Иса. И те, кто сожгли Коран в центре Стокгольма, они оскорбили одновременно и мусульман, и христиан. В общем, гнусная история, друзья. Прошу вас, досмотрите это видео до конца. В конце будет дополнение про господина Арестовича. Доброго дня. Слушайте, совсем как живой, а? И Ленин такой молодой, многоточие. Здравствуйте, друзья, поздравляю вас с 99-летием со дня смерти Владимира Ильича. Я на денек, похоже, припозднился, каюсь, простите меня, товарищи. Ну вот, такой вот был одиозный, неоднозначный человек, он весьма нехило отомстил за казнь своего брата. Но поговорить я хотел не об этом. Дорогие друзья, много всяких интересных и неожиданных событий разворачивается. Так, главная, на мой взгляд, новость, одна из серьезнейших на сегодняшний день, это некий, скажем так, бунт Алексея Арестовича, который СМИ РФ начали активно тиражировать. Так, Алексей Арестович сообщил, что украинская армия может проиграть. Вот человек, приближенный к руководству Украины, начал вот признавать такой вот факт, что может быть сочтено пораженчеством, какими-то нехорошими настроениями и прочее, прочее, прочее. Также Арестович сообщил, что кабинету президента следует прислушаться к словам Анджея Дуды, главы Польши, который сообщил, что Украину ждет раздел. Вот. А когда-то Владимир Ильич сумел, скажем так, из обломков Российской империи, потому что была уже и Дальневосточная республика, и каких только не было, и были корабли стран Антанты, это прообраз НАТО, включая США, кстати, в том числе и в Мурманске. И вот Владимир Ильич, несмотря на там кровь комиссаров и прочее, он действительно сумел создать из обломков Российской империи Советский Союз, копию уменьшенную, скажем так, без Польши и без Финляндии, скажем так. Дорогие друзья, доброе утро, с вами снова я, Захарыч Блаженный. Кто рано ложится и рано встает, тому боженька что-то там подает. Желаю вам всем хорошего настроения. И знаете, на самом деле Алексей Арестович сразу с первого взгляда у большинства людей, в том числе и у меня, вызывает положительные эмоции. Открытое лицо, честный взгляд. И искренне говорю, да, вид у него весьма приличного человека. И он говорит правду, и тут его начинают затыкать, и тут у меня начинают появляться вопросы к руководству Украиной. А так ли они, ну, как бы прекрасные, как они позиционируют себя, скажем так. Необходимо ведь стремиться к правде, а еще необходимо стремиться к миру и гуманизму.
Вот, что ж, но весь мир словно бы сошел с ума. И прежде чем мы продолжим, друзья, я сделаю очень важное объявление. Знаменитый дикий десантник Асхаб Алибеков, общественный деятель и блогер, который отсидел в тюрьме, на него новый прессинг, дело завели о дискредитации вооруженных сил, и 23 января, то бишь завтра, в Приморском районном суде города Новосибирска в 16:20 состоится слушание. Вот, Асхаб Алибеков на самом деле страдалец, и он под стражей сейчас, и ему, его семье нужна поддержка. Если вы решите, друзья, ее оказать, загляните в комментарии, в закрепленном комментарии будет вот текст, который мне прислала Елена Львовна Рухлина, вот об этом событий, тяжелом событии. Это город Новороссийск, Индустриальная улица, дом 3А, кабинет номер 10. Предположительно, лучше перепроверяйте, уточняйте. Дорогие друзья, необходимо поддерживать таких людей. Асхаб Алибеков человек смелый, достойный. Да, он слишком уж не стесняется в выражениях, но это его дело, как ему говорить в окружающий мир. И это истинно человек России. И знаете, вот я так думаю, вот для тех, кто называет себя русскими националистами, Асхаб Алибеков замечательный человек, которого стоит поддержать, потому что вот он, безусловно, часть России, матушки. Что ж, друзья, и добавлю, на самом деле, интереснейшее событие, такое шокирующее, произошло в Стокгольме, в Швеции, где националист Расмус Полудан сжег Коран. И он возглавляет партию Hardline, жесткая линия. Он такой ультраправый деятель, его очень поддерживает Швеция. И на самом деле, как это ни странно, несмотря на весь мультикультурализм и прочее, поддержкой он и его соратники пользуются все большей и большей. Ну, это может быть связано со многими факторами, в том числе и с огромным наплывом беженцев, так называемых, за последние десятилетия. И что ж, события происходят, одно бредовее другого, но в принципе, если быть объективными и беспристрастными, все происходит так, как и было говорено мной ранее. Заранее, еще до всех этих событий, происходит грандиозное евгеническое событие, погибло огромное число людей, и посмотрите на то, кто погибает. Погибают преимущественно мужчины. Молодые мужчины и мужчины средних лет с обеих сторон. А где происходит особенно яростная борьба за русский мир? В областях, в частях Украины, которые населены этнически русскими людьми. И там льется больше всего крови. Подумайте, сложите 2 плюс 2. Молчать о таких вещах просто невозможно. Говорить следует, тщательно выбирая слова и выражения. К слову, Германия все-таки даст Украине, весьма вероятно, 17 или 19 списанных уже танков «Леопард-2». Но я вам это скажу, как чуточку разбирающийся в военном деле человек. Вот всего этого количества, всей этой бронетехники и прочего, что поставляют Украине, не хватит. Ни для того, чтобы атаковать Крым, ни для того, чтобы начать серьезное контрнаступление, потому что этого достаточно ровно для того, чтобы поддерживать горящим конфликт. А как говорил генерал Лебедь, упокой Господи его душу, всякая война всегда заканчивается переговорами.
Что ж, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Описание подскажет путь к двум телеграм-каналам. Подпишитесь на оба. И если решите поддержать мой труд, также загляните в описание. Желаю вам всем хорошего настроения, доброго денечка, друзья. И что ж, Рамзан Ахматович Кадыров и Турция уже осудили сожжение Корана в Швеции. На самом деле мир пришел в движение. Это у взрослого человека череп твердый, все кости соединены, а у младенчика косточки еще так плавают. И вот сейчас у нас такое вот наметилось плавание в, казалось бы, наиболее стабильных и спокойных частях света. Что будет дальше, увидим. Но НАТО, безусловно, распадется. Это видно невооруженным взглядом. И Турция хочет выйти из НАТО. А США так или иначе дистанцируются. И Европа, слабая, ослабленная Европа, со своей долгой-долгой политикой так называемых child-free, всяких там либеральных ценностей, там однополого бытия и прочего-прочего, внезапно может оказаться весьма слабой перед остальным миром, который все эти десятилетия бурно размножался и рос. Мне так этот храм нравится, что я даже менять не стал местоположение. Но добавлю, друзья, что Алексей Арестович в своем видеоблоге сообщил, что его слова вырвали из контекста и неверно интерпретировали. Он нисколько не сомневается в боевом духе и боеспособности украинской армии. А речь шла о том, что в обществе назревает раскол, идет борьба за власть. И вот этот раскол и может привести их к поражению. Вот такое объяснение дал господин Арестович. Я же добавлю, что я был в Крыму во время событий крымских и референдума крымского. Я подтверждаю, что и старый млад шли на референдум, а вы знаете мое отношение к этому режиму и к этим событиям, и к СВО, и ко всему. Но я подтверждаю, это было так. Шли и старый млад действительно на выборы, на этот референдум. Так вот, тогда, в 2014-м, раскол внутри Украины такой был невероятно мощным. И тогда на самом деле могло произойти все, что угодно. Вот сейчас же в связи вот с этим СВО, как бы все равно мне кажется, что куда больше украинское общество консолидировано, чем было тогда, куда больше. И у Украины сейчас есть президент. Что ж, доброго дня, друзья, и повторяю, как я говорил, так и буду. Я не пацифист, я гуманист и приверженец мира. По крайней мере, в этой ситуации, в этой братской ситуации России и Украины необходим скорейший мир. Что ж, доброго дня. Спасибо, что досмотрели. Совсем напоследок давайте пробежимся по этой прекрасной площади. Вот новострои, такие прям небоскребы, это место называется Белая площадь, старообрядческий храм, купеческие домики. И вот китайский небоскреб, строится еще один китайский небоскреб, а там великолепный белорусский вокзал. Вокзал на самом деле прекрасной архитектуры, салатового цвета. Очень красивый. И там дальше сталинки, а за ними уже подделка под сталинки китайского толка.